Дорогие казахстанцы, пусть этот уходящий 2015 год, все, что было плохое, нехорошее, трудности, с которыми мы столкнулись, пусть они останутся позади. Пусть следующий год будет для вас удачным, успешным и в финансовом плане, чтобы каждый, кто еще не нашел свою вторую половинку, обязательно нашел свою любовь. Еще бы хотелось пожелать здоровья, счастья вашим родным и близким. Берегите себя, берегите своих близких. С Новым годом вас, с новым наступающим 2016 годом. Пусть все у вас получится, верьте в себя, в свои силы. И я буду верить в вас. С Новым годом! Хотелось бы еще сказать, что в новом году на канале НТК стартует новый проект «Адалиты. Одни из нас». Обязательно смотрите. Я одна из главных героинь. Вот, думаю, проект вам понравится. Комедия. Неплохая комедия.